что вы, блядь, делаете? Йоковские цены. Итам следи на 120к, толка 10 лет 20к, толка 25 км, 20к. Танки, народ ау. Сдох, если чё, веди сюда, ёбаное всё нахуй. Куда ты ведёшь, на выход что ли, в Долоран? На пула нет, стопните, дайте агроном, блядь. А я потанчу, нормально. Я так и понял. Веди эту воительницу сюда. Или вы там внизу делаете. Я не могу в рейд походницу разворачивать. Я доведу, забирай. Ты видишь, танк с агро падает, и у вас сразу проблемы начинаются. Да ладно, что-то все нормально. Ну, нормально, конечно, что я вам сказал. На личи нету контакта тоже. Да похуез мне, блять, а трэп. Да, вот я не знаю, как он сдох. Нахуя врываться вовсе. Интересно. Ну стойте. Рисайтесь, ну. Народ, при чем тут на пул, если ты, блядь, ложишь, блядь, себе кучу, на хуя всю кучу, блядь. Ты можно аккуратно. Они, наверное, не успели подбежать еще к тебе, видишь. Ну это хилы тоже. Чаршу. В смысле, он ушел далеко-далеко. Рейд стоял. Мы хилим пачку. Где бьют? Он уходит на ступеньки, блядь, вне зоны видимости, и там дохнет. Ладно, ладно, просто. Все. Я за хила играл, знаю, о чем говорю. В таких случаях нормальный хил идет за танк. Место, где обойти было. Ругаться не хочу, не сказала бы другое. Ну, у нас из 5 хилов ни одного нормального не оказалось в хате. Ну, я бы не бывает. Я бы не побежала бы вперед за танком, честно. Если рейд, ну, я просто когда фигма. Играл, я бегал. Мне тоже было, что танки так бегали быстро. Есть не мобильные хилы, начнем с этого. Просто есть не сориентировались. Просто не Виктор друидов то нету. Все виноваты, Соло. Да там надо было пробежать там, блядь, 15 метров и костяную хилку. А он прожался или нет, я не знаю. Нападай, гроза плеть. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Нормально, выжили же. Чего вы боитесь? Ну, конечно, нормально. Там трэш сзади остался, правда. Ну что такое, как она и сказала, девчонка. Главное, чтобы когда вот такое случается, не тусовались там, не бежали на выход с трэшем. Не знаю, бабушка говорила, в Долоране безопасно. Я тоже видел одного челика. На синдре, который метку, блядь, выносил в бок так, что пиздец. Фарадей здесь? Да. А ты скажи, к сожалению. Пора работать. У меня сестра говорила, работай, негр, солнце еще высоко. Валька без меня не убивается. К сожалению. Дайте суман. Сейчас ты суману.
Монород, я слева, ты справа. Фарада, рыба по центру, гоу. Каску, дух. Чё там, кто летит, скажите. Дух бафнет. Как обычно. Дух есть вообще-то уже давно. Как обычно летаю я в ДД. Я летаю тоже. Паладина постоянно летает, перепал. О, отлично. Я понимаю, кто еще? Паладин, Джонни, простили. Так. Поделились, кто с какой стороны? Даю проверку. Долорес, а хочешь через себя буду хилить? Обычно могу и через рейд хилить, черный не убью. Все, поехали. Через Долорес, а тебя хил будет больше. Ну, я и говорю, могу через него, мне без разницы. По зуму скула, блядь, 16 тысяч. На трех мобах. Блядь, демон, он же форму может, когда захочет прожимать, ему не надо ничего набирать. Так и хуять там. 29, поехали дальше, кто больше. На лече можно с сыркарях поразгонить. Вот это я понимаю, 25. Я прожала бульст ровно на одного моба, ну серьезно? Рука. Моба очень быстро умирает. Не раскусталась. Потому что Леха в Т5 бегает, первым бонусом убивает всех. Ну что вы хотели? Даже нет, я подхожу, одну тычку делаю, и мобы падают. Интересно. Если бы ты не лагал, наверное, был бы первый. Дергаешься. Вот поражаю челики, которые пишут и думают, что я под них на продажу буду собирать рейд. Это вы мне соберете? Скажи, пусть Войду пишут. Напиши в мозги, за мозгами в изумрудный город. Он реально, пускай Войду напишет, может, Войд поведет. У него вот лично. Челики пишут, что это, насчет целка ХМ-ки, таких. Если с обычки там, то без проблем. Целка ХМ-ка, я думаю, там, леча по горидам сибит. Да можно, блядь, здесь с нормальной гильдией набрать. Не, в КМ тяжело это будет, это не обычка. От людей зависит. Не, с пугами лича не выведет. Супер. Там на первой фазе будет все дохнуть тупо и все. Я говорю, он дамажит будет. Какие пуги от пугов зависит. Даже дело не то, что в каких гильдиях. А просто каждый по-своему, каждый по-разному убивает, и они привыкли уже к своему, и это будет очень тяжело. Нормальному игроку плохо на это. Осквернение это все равно у всех одинаково. Нормальных игроков тут, блядь, 5, может, процентов, и то, может, меньше остальные. Вот с 5% рейтинг. Средний. Некоторые нюансы отличаются, но к ним можно легко построить.
Давака, на мелких нас помню фигачил, да? Тут видишь, тут из-за контента. Некоторые осквернения по-другому. Мелких жуков бил. Некоторые на первой фазе по-другому. Ты червь 400. Лёх, я комп перезагружу, что-то у меня 600-800 задержки херачит. Боешку был. О, шею вот эту на танк взял. Как раз меткость надо. Приятель поменять. Надо кому шею, Лёх, вот это? Я не знаю, там протик пух, типа, он сказал... Давай посмотрим, что упадет, а дальше я решу, что я возьму. Потому что у него 50 тысяч голды, типа, и типа, если дохуя выпадет, то, блядь, возьму. Ну, уже дохуя как бы выпало. Сказал, сейчас дам. А пух это кто, вар или кто? Да, вар. Прот. Ну, Карифану. Карифану не жалко. А ничего, фул проход взяли, что ли? Ну тут с каждого босса им надо шмотки. Так что мне проще ее взять. Такс. Шли в комнату. На Лича там есть кого клиентура? На Лича я зайду, ты дам. Аканте. Я имею в виду по шмоткам, по ачивкам. Нет, только на следующей неделе. На этой неделе. Я тебя отсылал, блядь, там 4 человека. На Лича. Те 4 человека, которые хотели, они говорят, давай мы по 10 тысяч возьмем. Он мне написал, мы в разные гильдии написали, говорим, у вас дорого, мы дешевле нашли. Ну да. Раздевалка, хвали ДПС уже. Вчера, короче, целый день эти спамили. У пива гильдии есть. Вот они шмотки с обычки за 20-ку продают. Все у них не купят сара. Да не, я сцену просто узнать. Типа они спамят там. Просто пишешь им, типа, почем. А эти пишут. Раздавака, он агро тебе создает или нет, этот тотем? Чё-то какой-то имбоматый тотем, вот этот вулкан. Чё, кто видит? А, в танки! По горбу бьют. Где второй танк? Это тотем вызывает под по вулканы и так далее. Это что-то другое еще. Он вместо магмы тотема, да, стоит? В смысле, он просто как пятый тотем дополнительный? А на него кольцо огня работает скилл? Он вызывает всё, пиздец, кольцо? Пиздец, я чувствую, челики энхов будут делать. Ну это же имба типа пятый. Ну тотем. Он сейчас, знаешь, будет страдать на Синдрагос. Чё он будет страдать? Сейчас так.
А тут больше он по трэшу там раз. Соло таргет это не. Тем более тотем не двигается, так что это очень ситуативно. Он и сам, в принципе, неплохо энхи дамажит, учитывая то, что это тотем еще его будет. Да 40-31 нормально, пускай дамажит, чего вам, блядь, жалко, что. Да конечно, пускай дамажит, и так, блядь, всю жизнь не дамажит никогда. Энхи в Т4 нормально дамажили, там фулл скорость, которая... Ну, в СПД, которые были, да. Это я просто... Кто их понимает, что больше одного энха я вред не возьму. А вот про товаров, чем больше, тем лучше. Кто я два энха вред? Одного вполне достаточно. Ну ты знаешь, на него типа БР не надо будет тратить, он упал, нахуй стал и заново ходит. Там же это. Допустим, ну упал и не поднимать его. Угу, больше... Все понятно, кто ФКшит. Его больше прошибают, чем того же БДК или Вара. Про товара? Ну кого? Вообще, меньше прошибают, чем или БДК, допустим, или Паладин. Энх это кольчуга тут, да. А Энх это понятно, там они ватные какие-то, сами по себе. ДПС как бы хорошо, что много. Ну, крест есть, окей, заебись. Ну, допустим, чем плох фурик, допустим, рейди? Это дополнительный, там, ретрик, кулак, допустим, да? БДК, аура, там, блять, что еще? Роги тоже неплохо, я хуярю, да и вообще роги. Теперь все эти... Войско, давайте ДКшники. О, раздавака, давай, взрывай. Гнев небес надо будет на них дать. Танка сложит сейчас. На танка зубы какие-то. Давай, раздавака. Магму свою. И на стаков то есть маги сейчас тоже немного магом дамаг файли тоже неплохо, да немного там нормально добавили. Ну Кирс как был раком, так и остался. Ну что там 150% добавили, это конечно хорошо, но лучше бы затраты маны упали. А там Фарада оберегал. Кстати, стоп. Берешь Триня на МП5, нормально. И ВК. Вот у тебя есть фрост резист или у монорота у кого-нибудь сейчас? Сейчас погляжу. Да, есть какие-то шмотки. Надень там на фрост резист все. Пускай монорот с пула там агрона берет. Дальше да, ты дальше будешь. На второй фазе тебе, если что, с. Да он жирный и без фрост резиста, заебись ему будет в обычке. Всего Т5 девка. Не хочу. Уклонение порезано. Не хочу. Думаешь, обрыгает? Ай, будет сильно пробивать, хилы потеть. Чую я тут. Ну, это не знаю. У меня просто ХП. Без фрост резиста 85. У меня этого премиума нет на аккаунте. Так, у меня сумка вся полна, блядь. Короче, это, тебе заберешь сумку шмот. Если нужно вещи. Чё там, да. Лёг, с первого босса не исчезли еще шмотки?
12 минут. Ну тут, короче, запы, ладно. Защита, уклонение, метка, кольцо, БЛЕшка. И что еще было? Кольцо с ребра, меткость и кольцо с кораблей РДДшное. Есть такие два? Да. Я бы на СУ взял их. Не, с меткостью там с хостой МП5 упало с ребра. Дальше... лабиринтов, что-то там лабиринтов. Не БЕшка, а вот этот разрушенных лабиринтов. Вот есть, да, 12. Ага. Надо кому? Да, я заберу за ГК. Фиг, давай обмен там 12. Сейчас. Из кораблей там тоже какое-то стремительного чего-то там. Зачем тебе сова, говорит, Чубашка? Чтобы тебя накрыть. Мне нравится РДД просто играть. Почему? Ой, сова скучная. Да, блядь, это тебе скучная. Там и иннер надо брать. Кнопочками. Пойду два раза своими кнопочками. Пятьдесят нормально. Вообще хуйня сова. Старфол дал, получил ГП. Я не мог, чтобы Старфол где попало давать. Так, мага врей, да? Так, сейчас, подожди, а. Это тактика сов. Кому босс нахер не нужен? Миленький желательно. Короче, это... на Гумру есть покупатель. Народ нема, народ и танчит. Окей, рыбка от боя, выйдешь по... Я за Глору уже писал там, если чё. Так, это... Элбрил, если что, может пикнуться в ДЦ. А где так, писалось на секрет? Тихо. Уже. Мага еще забираем с тобой. Так, короче, Рестор Шаман, кто хочет послакать? Я хочу. А, это Рестор. Рестор Шаман меня аж подкидывает. Шаман, иди, короче, слакай. Так, дальше. Матиол здесь? Вот и заходишь в рейд. Кто с магов хочет пойти? Молдазар, Молдазар. Я. Не-не. Молдазар должен потеть, куда слакать. Звонцем зайдет. Я и так косячу, блин, мне просто срочный звонок. 4 СС, раскиньте. Желательно. На Сендру, извини, пианист перебью. В этот руид зашел за токеном, говорит, интернет умер. Че, берем его? Подожди. Так, Вара заменю, короче, Вара говорит, ранен. Вот и друида твоего возьму. Все, давайте сум. Короче, перекур сейчас, 5 минут пока, дохуя там сумой. А потом это, включай Синдру сразу. Курну. Слышишь, тебе попало. Ты говорил там насчет Глоры, да? Ну да, да, но я отписал, а кто, пацану. Кто тебе пишет? Мидкор? А, нет. Военком Вар. И за сколько он говорит купит? 30. Глора 40 стоит. Если чё. Да, кстати. Ну, Глора это понятно. Стоит. Ну, я... А, не, я просто говорю то, что он хотел бы купить. Ну вот смотри, ты спамил Глору за 30к, и в итоге чел говорит, типа, скидывайте цену, блядь, вся хуйня, дорого. В смысле, я не спамил Глору за 30к. Я вообще просто... Ну тебе кто-то листал, узнавал за Глору, за сколько ты ее продаешь, правильно? Я нет, не линковал ничего в чат.
В смысле, этот пацан говорит, я, говорит, за 30-ку бы хотел взять. Я и спросил. А в чат я ничего не линковал. Луки, смотри, Луки сейчас тоже пошли. Вы о продаже вот пишете в общий чат, они узнают цену сначала у одного типа, у второго, и потом вот так вот просят типа цену скинуть. Ну, так я и говорю, он мне за 30-ку предложил, я и спрашиваю, нужна ли кому Глора, а так я знаю, что, что сколько стоит, я поэтому спросил. Продаст ее. Короче, суть в том, если кто-то писал, спрашивал цену на Глор, и ты написал 30к, теперь они требуют еще меньше. Я типа вот открыл сайт, мне пишут шмотку, блять. Я смотрю шмотку и пишу цену. Ну здесь да? Вот, допустим, на сайте, вот я тоже открываю, вот, к примеру, вот я почему спрашиваю. Скидывайте ссылку на сайт и все, и не нужно будет спорить, там ругаться. Да я понимаю, вы мне скажите, вот я, допустим, на совет захожу, у меня здесь цены вообще не прописаны, именно на совете, к примеру. Это у меня одного. Сейчас скажу. У меня значки стоят, а ценника нету на совете. Да, кстати, нету ценника. Вот, я и говорю то, что ну, я... Ну тут по факту, понимаю. Вот весь шмот прям 15к весь можно. Любой. Как и самый дешевый. Он тут, тут ничего такого не падает. Кроме катушки. Да и то. Не, там друид просто хотел, типа, за 10-ку катушку из 10 токен. Катушка не упала, он за 10-ку сейчас вот токен заберет, если упадет. Просто я спамил, типа, говорю, цена 40 за Глору. И типа, говорит, ебать, что так дорого, у вас в гильдии еще чел продает за 30к. Он тебя на пол берет, просто бухать. Ну вот он мне, другой абсолютно человек сказал, типа, за 30, говорит, есть, типа, варик. Все, говорит, за 30, так за 30, скажи, иди с ним, и все, какая разница. Ну вот. А ты лучше просто ник спроси, и все. Так, а я сказал же, ник, там, вар какой-то, я ж только что говорил, ник, который вот мне писал, там не тот ник вообще. Это же логично, что они еще кто дешевле начинают торговаться, там, бантоваться. Да я его отпедалил, сказал, что типа занято, и все, пошел в жопу, раз уже занимали. Это ачивка с лича сколько стоит? 20, как говорил. Господи, Неликс, ты зачем? Теперь двойная крыша. Крыса, и посмотри, как это вообще офигенно смотрится прям. Хуйню какую-то купил за 2,5, блядь. Лучше мне бы отдал. Летает прикольно. А выглядит убого. Анимация вообще офигенно. Нет ни у кого анимации такой. Ну, такой на одном мауте. Маленький такой. Ты бы, Неликс, лучше себе какой-нибудь тренинг купил топовую. Да нафига? У меня одну трени только осталось выбить еще. Чего вы не сумануть людей-то? Потому что вы, блядь, даже на шкаф не жмете, ебаный глаз. Я тыкнул только что. О, вырос. Как ты сказал, ебаный глаз? Ну да, в глаза и будто стоят, блядь. Нахуя донатить на тренер, когда можно купить маунта, блядь, на нем покататься, а тренер все равно я выбью. Да. Тренер выбить можно легко. Логично. А маунта нет. Что? Приоритет то, что можно добыть игру. Так, рыбу ставлю. Чекни же, ну тут нет. А вот он все. Все тут. Рыбу поставил, давайте баф. Не знаю, сколько оплата шла, 12 часов, а то и больше даже. В смысле, с чего ты платил? Потому что это ну вот. Стальон нес. Не-не-не-не, там проблема была с оплатой. Не у моего Казон банка, а у... Казон Фарадея, раздавака. Обычно заебись платить, типа, обычно через WebMoney, там, через Киеви, такое, что-то. Так, вот не работало. Все, с серваком проблема.
подпуляем. Крестобах там просим. Коня садитесь и побежим. Полина, 8 стаков. Крестобафы на всех есть. 8 стаков. Далеко ты что-то. Ничего, ничего, взлетит, сядет. Полетал. Убери коня. Ближе РДД там падает. Это пух надо изменить. Куда? Куда, бот? Что происходит? Это там, видите, метки. Справа. Лево. Там фрейма не вижу. Если кто-то сдохнет, скажите там БР. Там пуги, по-моему. Пуги сдохнет, это плохо. А чё, воду, может, попьем? И буду добить правую. Нет. Форму смени, монород. Вот, видишь, как хорошо. Право далеко. Тоже справа. Ташка, 48. Тяжки пойду меня, да? Тело влево. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия. Мелитки пошли. Браска. Первую разбиваем.
Идите от лобби, сейчас заденет. Меня. Йол. Иди. Грипп, агро. Грипп. Грипп, метка. Середина. Куда ты понес ее, блядь? Убивайте, босс. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. На Глору есть покупатель? Ой, метка! Сейчас заморозит. На Глору есть покупатель? Да. Угу. Метку бейте. Кого покупать? Зажгли, что там за 30 тысяч у него хотели тут средства. Там хотели же, кто-то до этого занимал самый первый. Короче, Андрюха, потом отменили. У тебя места нет. Не знаю, себе печеньки осталось. Или что там осталось себе, у себя. Кольцо у меня. Кольцо на аэродроп бы взял. У меня там. Какой-то есть скритом. Вот если, если кому-то еще по шмоту что-то надо, скажите, блять, да. Женой, а как ты это делаешь, блять? Почему ты на маунте, нахуй? Короче, вою, да, дам кольцо. Стоять. Белорус! Красавчик. Согрели, Белорус, развернись. Корова бежит. Леха, мы грульмагик пойдем. Дайте стан. Бой, блядь. Чё, сагрили, Валик? Да ща убьём. Ясно. Не, на шакрях там. Фир, дайте по ней бить не будет. Ну, вторую уже зря вы, конечно. Я не работаю. Нахуя вторую, блядь, сагрили? Старайтесь убить. Это долго будет. Шакал дал. Ты что, там легли, что ли, все? Добейте, добейте. Не уешьте, добейте Вальку. Который на входе. Да все они. Да зачем ее добивать, если она сейчас всех нас убьет? Смысл? Молодцы, хули. Умирайте, кто не бегите. Нет, а чего вы убегаете-то? Бой не закончится. Народ, что тебе надо? Да, есть 14 минут. Весь лут у Лёхи. Бля, такие вагоны, пиздец просто. Одну сагрили, ну хуя. А вторую знаешь, как сагрили? Там, когда копии появились, приморозка, и Валька вторая подлетает, и не двинуться ничего. Стойте. Блядь, какой-то бык голый бегает. Я вот тоже только что хотел сказать про это. Муж лесенки? Это нудист какой-то. Беги, блядь. Это Вальки еще сагрится. Ты как детей все в детском саду пугаешь, только Вальками, да? Ты субанем тут поп есть. Гриб, давай шкаф. Ты попон делаешь. Давай. А сколько проф стоит у нас? Тут не написано на сайте. Проф 15, лич 20. Надо модерировать походу сайт. Проф 15, лич 20? Корова, стоять! Опять побежал, ладно.
Поехали. Церемониальное жертвоприношение. Будет? Это? Народ. Угу. Народ. Чё, Лёх? Заикается. Я у народа спрашивал, кольцо это или нет. Рыбку поставлю. Так, стоп, поставил Рида. Мах на сундук, да? Да, мах на сундук. Лара тогда вместо маха. Друид, Ксала, он тоже как бы за токеном, можно на сундук. Хорошо, я понял, тоже. А ты кому лечишься своим? Лечь кому-нибудь надо. Заикаешься, очень плохо слышно. Кому я нужно говорю, леча закрыть? Нужен. Редвар хотел или кто там? Нет, я на сундук только. У вас же нету на арбалет покупать, правильно? Ни у кого нету двух или одного покупателя на две печеньки точить. Сумените ДК обратно. Кстати, Лёх, что там по печенькам на друина? Ну, я забил уже, весь рейд пытаюсь продать печеньку на друина. А у тебя их сколько, Лёх, есть штук? Не видать тебе печенек воет. Там паладин вцепился в них. Он одну пытается продать, а мне, чтобы купить шмот. И, кстати, Лёх, если это воин-охотник-шаман пойдет токен, я заберу. Хорошо, забирай. Так что там, Глору-то продаете или нет? Нашли покупателя, за 30к просто есть вроде как. Короче, если, блядь, ваши не возьмут, то мой за 35-40, может, возьмет, я думаю. Говорю. А, ну все, так, понял. Глор от боя, ага. Все, поехали. Да. Короче, на следующем КД надо два про товара. Мы с вами потанчиваем. Че, снимите череп с меня. Ты забыл самое главное сказать. И Эршаму. Тури. Не. А на тебе череп будет, так у меня буду видеть, где ты находишь. Я обычно на краю... все осквернения хуёво выносятся, хоть буду видеть. Самое хуевшее ты с тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь. Да вот, станови сюда его. И будешь молить. Милики выносит, чем дальше, тем лучше. Без разницы. Кто проебет осквернение на безграничной мощи. За агро смотрите на гнев, не переагривайте. Да с монорота хуй сами. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего. Зум.
Отряд он заберет. Да, Инор. Даю гимна ману. Стоят они там, накручивают ДПС. Лёха, ай дай кровочервями, пизди его. Смотрите, сфера. Мир рушится вокруг вас. Иду, блядь, сейчас разберусь. Они тоже отхиливают, ты тоже можешь не успеть. Дайте салют, пора. Вальки первый. Чипать. В кружке. Блять, в кружке мишка, да. Держи дух Ильича. Осквернение 5 секунд. Ну куда? Вы что, слепые, ребята? Что такое? Что? Фамилики приболели маленько. Как ты делал со осквернением под вальками? Это не медик. Грипп, здесь 50. Это грипп. Увидели череп, могли бы съебаться. Знаете же, что он флакер, блядь. Это так не работает. Проверено на мне просто. Я съебался аж в альфу, блять. Рип, ты долбоёб, это реально? Я могу помочь. Там вообще... Ты... Не кричите про ГП, это же вы. Почему, кстати, обратно на вальку запрыгнуть нельзя? Станьте, кто шаманов, дайте рипу всем. Я уже добежала. Да там, монород, никаких проблем нет. Чаржишь всего лича и все. У тебя грозы ебись. Мне его забирать смысла нет. Я могу, конечно. Они в одной точке нормально будут стоять. Милики завершат. Тем более, Возвращаю. Что фаза заканчивается, он тебе сразу дыхание дает. И до следующего дыхания там есть тебе 20 секунд или 25. Так что без проблем беги в центр, чаржишься в лича и все нормально будет. Здесь базу. Сквернение с подвалик вынести. Следующий косяк 1000. Это не газон был, это гриб был уж. Гриб. Рыбу ставили, нет? Нет. Стоит, вот рыба. Гус. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться? На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Да все классы топ. Будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. У меня без премиума 45 хп, блять, в глади, заебись. Послужат доказательством. Но у меня 45. Нет, у меня без премиум. Да будет так. С премиум я тоже ставлю. Плюс у меня еще это зелен, так она может.
Клич танчит. Лицом, ок. Так. Все нормально. Не бегай возле меня тут. Чуму заберешь, убеги отсюда. Бразды кашка. Такой красавчик вышел. Илбрил на юнинер. Акула нету. Третий. Это у него там огрохать жопой жжет. Народ. Я пошел к Хилти. Хилти. Да, Тьера. Хорош. Ты чаришься, не бой. Не бойся, Монород. Он дыхнул. Он дыхнул, и потом нечего бояться, он не кливый дух. Треугольнику стан дал. Все, отлагал как раз, когда падал вниз, близко. Не, скоро. БР есть, нет? Добейте его. Тёва захитил. Кто там этот? А Элбрила поднимать? Да, конечно. Смотри, Монород. Не услышала. Да, БР не Элбрила. Осквернение. Так, 53% у босса. Ходка на 40. Я просто говорю. Вальчик, я. Просто идти просто. Че, забери. Парамбу стан дай. Может, трусы будем бить, нет? Теперь... Забей, короче, иди, я встану. Нету, блин, как. О, повезло. Успели. Повезло, блядь. Пять трусы в другую сторону. В рамбе лок или чё? Убегайте. Да, в рамбе лок там летит. Он сам сунется. Вальки летят от центра. По кратчайшей линии. 44%. По кратчайшей линии края. 43. Переводить какой-то. 42. Правильно. 40. Я проморожу вас насквозь. Чё, блядь? Вот здорово, блядь. Охуенно, блин, канулся. Чё? Ну чё, Вальки, блядь, игра про... Отводи. Это новшество или что-то? Залейте их, а то хуёво там. Короче, Дозурон сидит, смотрит, Делорус в зиме стоит, дамажит, думает, он чё, охуел? Пусть его Валька схватит на перефон. Страдай. Он не может так управлять, как я оценил сейчас. Чё там, черви бегут на личи? Смотри, Лёша опять с первым будет. Сферу.
время хлеб. Сейчас похуй на сферу. Лока прохилься. Я на всякий случай СС. Не спешите бежать под босса. Что за босс? Головой не хлопайте духов, пожалуйста, стойте за ключом. Бля. Инер, залейте вообще на момент. Сейчас. Я залагал, Джонни. Черн-тролль. Черн-тролль. Духи, беги. Что ты делаешь? Иди лича, беги. Да не лови их. Подвара. Да зачем вы? Пускай чады ходят. Пускай доходят. Я попал. В рейде прям. Бегите. Ебать. Хорош. Зачем я, например, на осквернение выкинул, блядь? Гриб хорош просто. Ой, блядь. Можно вылезть. На месте оставил. Давай проверим, прыгает лужная, сука. Ой. Не я хедлайнер этого лича, хоть это радует. Вы преодолели все препятствия. Чё значит хедлайнер? Крутой? Считаюсь, щиты через секунду, через две проявляются. Шкаф поставите, сундук не открывайте. Конта засумуйте. Так, кого там надо? Это... Мага. Друида и маг. Ты отлично их обучил. Такс. Гриб, выйди. До лучших воинов, которых знал и... мир. И отдал их в мои руки. Я убью тоже. Как я и рассчитывал. Тебя следует наградить. Утро на себе возьмешь. Почему покинуть тело, пишет, ваша душа принадлежит личу. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу. Сирус, даже тут на анимацию пожопились, не могли оставить. Сегодня первый раз увидел, что Вальки не отпустили перед тем. Да не, это прикольная тема. Ну просто так получилось, там перефазы и Вальки совпали в один момент, то есть... Так вышло. Они должны были отпустить. Я вышел. Сундук, главное, чтобы пуги не открыли. Если ездить. Это будет наглость. Ну открывали же один раз уже. Сманите ханта. Писал сундук, как будто надо бежать. За то время, пока ты писал, не трогаем, я бы уже раз пять его от... Сколько ачивок-то были вообще, чего? Зверни одна. Гусвар. Хеллоу, мазафага. Слышно? К сожалению. Локи, привет.
Слышно! Это Локи. Понятно, что Локи, но немного того. Это не похоже. Сегодня будет весело в Дискорде, ребят. Дях, можем побыстрее, чтобы когда не будет висеть. Что там по поводу Сумона? Всех Сумона? Маг здесь. Друид здесь. Твой хан здесь? Да-да, здесь. Сразу печеньку и арбалет здесь. Печеньку, да, на паладина. Вот скажите, что теренаску никто не берет. На сову. За ГП. Не знаю, я пнул на оффспе, хочу. Старым улинкан. Рождается сова, Полина. Это дождается в ПВП на хилку. Крутвара меняешь на сову? Только потому, что ты сегодня сказал, что шаманы лучшие протваров? Не, можно теренаску. Все классы топ. Теренаску никому не надо. На мейн спек. Мне теренаска. Из покупателей не нужна. Да, попала в спек. Какая теренаска? Покупательная теренаска не нужна. Не знаю. Покупательная мне... Так. Тогда будет, ваша мейн... Будет мейн... ЗГП. Кому теренаска? Будет ЗГП. ЗГП продается, не? Может друиду продать, если купит. Рост. Есть... Жутко излагаешь, Лёха. Печеньки на ханта там нет? Нету. Осколок есть, заходи на вар. Я, короче, КД поймал, блядь. Короче, Лёх, у меня все три покупать на три печеньки есть. Пошли сейчас, Грульманик. Паладина печенька нужна кому? Прикинь меня, групп. Кто пойдет Грульманги Гер, оставайтесь в рейде 300 ИП. Где ты? Подойди, я тебя не вижу. Добавлять каждому. Я тебя не вижу, Радва. А ты это, перекинь меня, как его, вниз, в первую или вторую. Только, я только печеньки, все остальное можете сами.